Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе. И как обычно, ваша любимая рубрика «Читер Патруль». Ребята, у меня сразу к вам есть одна небольшая просьба. Давайте проведем небольшой эксперимент. Представьте, что с каждым лайком обнова выходит на один день раньше. А с каждой подпиской на мой канал обновление выходит на два дня раньше. Поэтому, пожалуйста, ребята, проверим, сколько нас и сколько из нас ждет обнову. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну что же, а мы начинаем эту крутую рубрику. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Эх, ребята, я знаю, что вы все ждете, поэтому давайте, не будем терять ни единой секунды времени, погнали смотреть. Вот он, мой подписчик, CMP Shark, играет, никого не трогает, и хрена себе, его убивает читер с ником Папа Артема. Папа Артема! О, блин, я ору. Ох уж эти папы. Ну, короче, уважаемый папа, ну вы же вроде бы взрослый человек. Зачем вы играете с читами? Папа Артема, вас придется забанить. Ох уж эти читеры. Да, ребятки, опять он убил. ID 385-74-778. Папа Артема, вы улетаете в бан. Идемте дальше. Ну а прямо сейчас вы, ребята, увидите очень жесткого читера. Ну просто этот читер меня поверх шок, потому что я такое вижу впервые. Вот как это назвать? Я, ребята, такое видел только на карте Сэндстоун. Но на карте провинция я это вижу впервые. Просто посмотрите на вот это. Сейчас все увидите. Сейчас буквально 5 секунд. Начнется новый раунд. Вот-вот. Начался новый раунд. Мой подписчик себе покупает оружие или не покупает. Но смотрите, просто смотрите и напишите, как можно назвать этого читера одним словом. Вот, игра только начинается, прошло 1 секунда игры, 2 секунды, 3, 4, 5. И этот читер тупо со своей респы просто берет и убивает. Ну, ребята, мягко говоря, это негодяй. Грубо говоря, вы напишите сами в комментариях. ID 587-11-041. Давай, до свидания. Ну а теперь моя любимая рубрика «Вопрос к подписчикам». Ребята, как вы думаете, это баг или это читер? Лично я думаю, что это скорее всего какой-то баг, потому что посмотрите, у него есть медаль ветерана, у него есть донатерские скины, и я думаю, вряд ли он насколько глупый, чтобы тратить так много бабок и получить бан и потерять все, что он задонатил. Но кто его знает? Поэтому как вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментарии. Но сейчас вы увидите просто животное читера года. Это читер с медалью ветерана. Фух, внимательно смотрим. Видео очень короткое. Так, вот он, мой подписчик, целится. Непонятно по кому, пытается, наверное, кого-то убить. Удачи, пацану. Да, удачи, пацану. ID 560-284-38. И у него, внимание, есть медаль ветерана. Чувак, ну как так? Ты же получил ветерана, и теперь ты получишь бан. Ой, зря. Но, ребята, минус читер. Ребята, ради этого читера я даже увеличил экран, дабы вам было максимально хорошо видно. Во-первых, почему все читеры с клана проказника или с кланочной армии? Меня это реально пугает. Ну что же, давайте смотреть дальше. Читера по именем... ПКТ, проказник, через букву А, ох уж эти неграмотные читеры, ох уж эти читеры, нубы. Ну чё, пацаны, смотрите, вот он, читер, сидит в стенке, как обычно, выбирает на чувака со спины и умирает. Как можно быть насколько нубом, я просто в шоке. Ребята, ситуация номер 2, опять тот же самый читер, сидит где-то в стенке, и вы просто посмотрите, как он играет. Я просто поражаюсь, у меня нет слов. Как можно быть читером-нубом? Так, а ну-ка. Стреляет по террористу. Не может никак его убить. Ну убей ты хоть кого-то. Да, убил одного чувака. И его опять убивают. Ну, ребята,
таким нубам, таким рукожопам даже щиты никакие не помогут. Но, ребят, самое главное то, что у нас было его ID. Вот оно, вот оно, вот оно, ПКТ-проказничек. 497-427-96. Кстати, у парня есть вроде бы нормальные скины, у него есть эмочка со статреком, но все это он отдаст бану, потому что он улетает на банановые острова. Так, пацаны, сейчас внимательно, максимально внимательно, потому что это какой-то новый вид щитов. Чувак, походу, сломал стендов, и посмотрите, как он стреляет. Я в шоке. Просто я в шоке, потому что он стреляет с АВМ так же само, как с АКР. Посмотрите, вот так, вот. И да-да-да-да, вот, только что 5 выстрелов подряд. И посмотрите, ник у него FB748, и прямо сейчас мне, ребята, скинули его ID. Давайте посмотрим. Вот, ребята, только что мне скинули его ID также. Я прошу очень внимательно, пожалуйста, разработчики, обратите внимание на эти читы, потому что это не норма, когда чувак с АВМ стреляет так же самое, как с АКР. Поэтому, пожалуйста, примите меры, на вас очень надеюсь. И самое главное, забаньте этого говнюка. Я хрен пойми, почему этих читеров так много, но сейчас вы, ребята, увидите читера, который нагло убивает через стенки, плюс у него невидимка. Я, мягко говоря, в шоке. Вот он, мой подписчик, бежит с Pixel V2, никого не трогает, и посмотрите, да-да, видите, выстрелил через стенку. И теперь внимательно посмотрите, его убил невидимка! Ну, самое главное то, что у этого невидимки есть ID 567-094-88. И, конечно же, этот невидимка тоже, ребята, получит бан, потому что... Ну, потому что читерить! Вот еще один момент с этим же самым читером, который с невидимкой убивает через стенки. Вот, сейчас мой подписчик будет пробегать, его убьют. Ну я не знаю, ребята, у этого читера ни стыда, ни совести. Вот как можно быть насколько бессовестным? Вот я не знаю, вот я бы лично дал бы ему бан по устройству. Кто со мной согласен, давайте хэштег бан навсегда. Вот не надо таким читерам давать шансы на изменения. Все, идите гуляйте со стендофа. Прямо сейчас вы, ребята, увидите отдельную категорию читеров. Это читеры, у которых, ну, есть парочка лишних хромосом. Потому что у чувака есть... Есть! АКР Трэшер Хантер! АКР Трэшер Хантер! И он все равно играет с щитами. Ну, ребят, ну вот как вот не стыдно? Ну вот как? Ну как? Ну хотя, насрать. Просто обидно то, что он просрет АКР Трэшер Хантер. Вот кто-то с моих подписчиков реально нуждается в этом скине. А вот такие вот читеры просто берут и просирают их, потому что они используют щиты. Вот кому, ребята, нужен АКР Трэшер Хантер, поставьте плюсик в комментариях. Просто вот интересно, сколько вас. ID, кстати, 430-329-70, тоже получит бан. Ну что же, к сожалению, данное замечательное видео подходит к концу. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк, потому что чем больше лайков, тем скорее выйдет новая серия. Если вы встретили читера, снимайте его на видео и присылайте его мне, я тупой вас в локте. Также, подписывайтесь на мой канал, ну а с вами был Кент АПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока.